Давид Библ уступил только олимпийскому чемпиону Александру Иванову. Своим выступлением на чемпионате Южного федерального округа остался доволен. Хотя, конечно, спортивных амбиций много и желание достичь наивысшего чемпионского титула. Немного подвела травма ноги, пришлось некоторое время восстанавливаться. Я вот занимаюсь буквально 3 месяца, то есть после восстановления. То есть, и можно сказать, что результат уже хорош, то есть 164-190 толчок. И теперь вот предстоящий соревнование, куда мы готовимся, это к чемпионату России. То есть наша цель, задача – это попасть в тройку сильнейших, чтобы опять возобновить статус члена сборной России. После 2 отборочных этапов чемпионата края Южного федерального округа у Давида есть все шансы попасть на чемпионат России. Его результат – поднятие штанги в рывке 164 и 190 килограммов в толчке. Давид несколько лет выступал за Питер, там он заканчивал спортивный вуз. И вот сейчас есть возможность представлять Сочи. У нас, в принципе, в Сочи всегда славился спортсмены в нашем городе. Они были всегда на высшем уровне. То есть это тот же самый Игорь Луканин, который международного класса, призер Европы, призер мира. Также Владислав Яркин, который сейчас тренирует своего брата, то есть руководитель Центра спортивной подготовки. То есть на международном уровне наша сочинская школа как бы имеет большой статус. То есть около 4 международного класса мастеров. Тренируется тяжелоатлет в Центре спортивной подготовки. В нашем городе живет давно, а родом Давид из Северной Осетии, республики, которая является центром подготовки спортсменов-тяжелоатлетов для сборной России. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.